Здорово, чуваки! ПКФР ТВ. Это видео специально для вас. Мы решили снять, потому что мы сейчас находимся в Санторини. Вчера был отбор на Red Bull. Это прямая трансляция. Да. В общем, из русских проходило 6 человек, да? Или 5? 6. Да, 6 человек. И прошел только Эрик. Прошел только Эрик. Как говорит Егор Никулин, папа Эрик. Да, ну в общем, мы считаем, что... Да и не считаем, это так и было. Все было нечестно. Да, было нечестно, то есть, как бы чуваки, у которых реально было флоу, им они, в общем, не прошли. Хотя, как говорят судьи, то нужно показывать больше флоу, и то, что они не считают тяжелые трюки, то есть вообще. То есть нужно двигаться и показывать движуху. И креативность. Пацаны делали... Просто манкосы обычные, конги, и они прошли, и это было удивительно. Да, это было очень удивительно, то есть делали просто какой-то длинный конг, и за счет этого он прошел один чувак. Да, пацаны, которые делали такие элементы, которые вообще никогда в жизни не видели в связках, и все мега круто и плавно было, они не прошли, это было очень удивительно. Да, это очень было странно, то есть, как мы думаем, это нечестно, и, в общем, вот так. Вот так вот проходит Red Bull, Art of Motion, ну... На самом деле, все, что вы слышали, стоп. Это все правда о Red Bull. Да, еще как было само это все проходило. Вот там чувак Дэш сделал только что. Вон, смотри, еще как будто Вебстер хочет сделать. Вон, короче, трейсеры тут везде, в Санторини в этом можно встретить. В общем, было это так, то, что было 85 человек. Да, участвовало 85 человек. Да, и из них первый ран они делают и проходят как бы в 15 типа победителей. И потом эти 15 победителей между собой еще делают второй ран, и проходит 5 человек только. Да, в общем, 4. 4 проходит. Не 5, по-моему. 4. Прошло 4. Не важно. В общем, да, в общем, суть в том, что... Мы даже в 15 не попали, хотя у нас был крутой довольно-таки ран, и с флоу, и все у нас было. Ну, в общем, не в этом суть, а суть в том, то, что сюда стоит на самом деле приехать, тут очень красиво. Это, наверное, самое лучшее место, где вообще я был когда-либо. Мне очень понравилось, и море тут классное, и все есть, и... Правда, конечно, надо с деньгами приезжать. Ну, или спонсоров иметь хороших. Да, или спонсоров хороших, как мы. Ну, да. В общем, суть в том, что все, что говорят про Red Bull, что тут засуживают, несправедливо, все так и есть. Потому что в этом, во всяком случае, в этом году оценивали сложность и конги. Да. И манки, конг, и все дальше. Хотя, как они говорили перед соревнованиями, да, они говорили, что мы не судим сложность, никак паркур не судим, двух в бок ничего не делайте, креатив, флоу покажите нам. Хотя, по-моему, который двух боковухи делал, он, по-моему, прошел, если не ошибаюсь. Да, один прошел. Вот как раз, который два в бок сделал, чувак, он и прошел за счет этого. Короче, вообще очень странно. Они как вы знаете, мы сами это сделали, это потому что изи. Мы делали, да. Мы делали то, что сказали делать судьи. Мы делали флоу, думая то, что, как все говорят, делайте флоу, так больше шансов пройти. Но мы так и делали. Ну, что-то мы даже в 15 не попали человек. Странно, конечно. Ну, в общем, завтра сами соревнования будут. Посмотрим, как там будут наши пацаны выступать. Ну, я думаю, Паша выиграет. Может быть, Диди будет вторым. Не знаю, посмотрим. Что еще сказать? Так и живем. Мы можем, в принципе, показать вид. В общем, Санторини — это вид. Это просто столица паркура. Да. Фрирана и всего, что с этим связано. Да, в общем, мы сейчас сидим на какой-то крыше церкви. И вот тут так красиво. Тут много городков, как бы один остров и несколько городков. Подряд наш. Да, в принципе, от одного к другому можно пешком дойти. И там мы были в более красивых местах, сейчас просто времени туда нет идти. Вот Кира кому-то машет. Кто там? Я не знаю, какие-то трейсеры. Может быть, мы еще что-то снимем потом, да. После самих сарев, еще скажем, что мы думаем о самих саревах. А еще хочу добавить то, что квалификация на соревнования намного сложнее проходит, чем сами соревы. Даже что... сами судьи так утверждают. Да, потому что, чтобы туда попасть, нужно реально выложиться. На Art of Motion участвует вроде 20 человек, а на квалификации 85. И все с крутым скиллом, на скажем так. В общем, тут мега круто, передаем пацаны. Привет всем русским трейсерам. Все, кто нас знает. Типичному трейсеру не передаем привет. Передаем от него отписывайтесь от типичного трейсера, подписывайтесь на группу трейсеры, ПКФР. Также
Подписывайтесь на наши инстаграмы, ссылки будут в описании обязательно. Ссылки тут моя, не только, Кирина. Да, не только будут ссылки на инстаграм, у нас также есть странички в фейсбуке, но у русских нет фейсбука, поэтому есть крутой канал ютуб. Короче, подписывайтесь на все наши эти, и вы можете следить за нашими путешествиями, потому что мы очень много путешествуем. Мы, да, мы на данный момент, мы с лета начали очень много путешествовать, и это будет продолжаться, поэтому подписывайтесь на нас, вы будете видеть... Наши путешествия и моменты из нашей жизни. И будьте в курсе, что всем, где происходит. Да, всем удачи, не ломайтесь. Да. И пока. Всем привет. Это Никита и Вован. И мы сейчас находимся на месте, где вчера был Art of Motion. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Кто-нибудь узнает? Вот мы пришли, не узнали, потому что тебе все наставлено. Сюда куда-то говорить. А я не умею. В общем, мы хотим поговорить и рассказать о сырьях. Я немножко не понимаю содействия, действительно, в плане того, что там почему не прошел, допустим, Фоски, хотя было все круто. Может быть, мы что-то не увидели, что он там где-то поскользнулся и там упал. Почему Байт не прошел и так далее. И согласитесь, что очень странно, что всех сильных поставили вместе, а потом там как-то все пошло типа по отдельности. Но в плане того, что там Эрик, Фоски, Альфред, да, был, еще кто-то, ну то есть такие типа Strong Guy были, блядь, вот впереди. А потом их типа слили, потому что, ну, нам нужны новые чемпионы, знаешь, наверное, из-за этого. Не знаю почему. В общем, все было очень странно. И точно так же проходила квалификация на. Квалификация, да. Ну, Фоски, например, посмотрите, вот у него же хороший был ран, он хорошо все сделал, выступил. Но почему-то даже не прошел в этот следующий тур. Не прошел же. Как так? И да, мы тоже не понимаем. Как говорят, как сказали судьи, у Байтуры было недостаточно сложных, короче, элементов. То есть сложность маленькая была, поэтому. Очень странно, как бы, что, допустим, у Джесси Первилла. Да. Да, как бы сложности-то действительно и нет. Где там сложность? Ну вот, кстати, поймите, как судят теперь во всей Европе и как судим мы в Рашке. Да. То есть мы судим просто. А я могу ругаться матом? Я думаю, да. Ну, короче, мы ебашим просто, допустим, двух и три винта, там, трип-корк, два винта, там, стены и так далее, и мы такие все, оу, круто. А здесь совсем другое, то есть во всей Европе вообще абсолютно по-другому судится. Нужно четыре критерия. И что там, флоу? Ну, это все знают. Сложность, техника, да, креативность. И приземление, ну, безопасность. Ну, да, типа. И здесь, чем ты больше наберешь во всех четырех критериях, тем лучше. То есть, допустим, если ты набрал только сложность, а три критерия у тебя абсолютно по нулям, то тебя сливают. Вот. И также во всех остальных. Я не знаю, как произошло, что типа Джесси это сделал. Для меня еще пока, да, загадка это остается. В плане того, что он круто очень пробежал, круто мувил, аккуратненько это все, да, слил воедино. Можно сказать. Да, но нет сложности. И вот я тоже думаю. На самом деле, я вот, и честно, мы приедем в Рашку, пересмотрим эту всю историю. Да, онлайн. Обязательно, да. Чтобы понять, может быть, мы что-то не понимаем. И мы посмотрим, что вообще, как камеры снимались. Что надо придумать на следующий год еще что-нибудь. Да. В общем, мы будем готовиться к следующему году. Отжиматься там, тренироваться. Будем делать все четыре критерия. Но сейчас дело не в этом. Дело в том, что тут и без этого хорошо. Так что приезжайте в Санторини. Следующий год, кстати, говорят, будет последний тут. Так что да. Я советую в следующий год приехать вам. Ну, это сказал Кай, как бы. И... Да. Ну, это, видишь, это просто как бы слова. Верить, ну, может или быть, не верить. Но, возможно, да. Уже всем надоело тут, потому да, что... Да, конечно, меня уже тут душит. Ну, на самом деле, тут очень круто. Крутой остров и... Очень красиво. Да. Очень красиво. Самое лучшее место, наверное, где я был. Остров, вулкан. Сейчас еще покажу вам, штуки. Где мы сидим. Сейчас. Вот. Мельница, где вчера было все. Там море. И вот так вот. В общем, я думаю, это все, что мы хотели сказать. И всем удачи. Берегите, не травмируйтесь. Давайте, баюшки. Да. Тренируйтесь, развивайтесь, будьте молодцами.